Всем привет, дорогие подписчики, с вами Пушистый Биткоин, и свой сегодняшний видеообзор я хочу еще раз посвятить проекту под названием Xio Network. На моем YouTube-канале вы сможете найти один видеообзор на данный проект, и сегодня немного хочу рассказать вам дополнительной информации, и уже хочу сказать, что ICO началось, и до его окончания остается еще целых 40 дней, то есть времени еще в принципе много, вы успеваете принять участие. Для того, чтобы принять участие, вы проходите по вот этой вот ссылочке, и вас перебрасывает вот в этот раздел. За один эфир вы сможете приобрести, как мы видим, практически 100 тысяч токенов XIO. Здесь мы видим результат, так скажем, продажи, сколько средств у нас собрано. Хардкап составляет 48 миллионов долларов. Но еще даже половины не собрано. Но, в принципе, еще остается целых 40 дней, и я думаю, что все очень даже возможно. Так, для того, чтобы принять участие, вам нужно будет просто зарегистрироваться на сайте. И, в принципе, я думаю, дальше вы уже разберетесь. А сейчас давайте я вам напомню о проекте. Напомню некую информацию. В общем-то, далеко не каждый из нас задумывается над тем, как нам, в принципе, повезло жить в наше время, то есть в настоящем времени. Наше время однозначно можно назвать эпохой зарождения IT-индустрии, и пусть многие думают, что прогресс уже зашел очень далеко, это довольно-таки ошибочное мнение, и это еще, так скажем, недалеко. Взять ту же технологию блокчейн, которая пришла в массы не так давно, но уже активно проникает в довольно многие сферы жизнедеятельности. И при этом мы даже не задумываемся над тем, какой потенциал на самом деле несет криптография в своем глобальном понимании. Благо, всегда были, есть и будут те люди, которые как бы смотрят в будущее и делают для нас удивительные открытия и открывают для нас новые технологии. Про одно из них я вам, в принципе, сегодня и расскажу. Ведь проект Xio Network – это действительно очередной виток развития целой индустрии. Такой себе взгляд в будущее, к которому можно прикоснуться и стать его участником уже сегодня. Все мы с вами знаем и пользуемся геолокационными сервисами каждый день. Практически любое устройство на сегодняшний день имеет датчики GPS. А сама технология несет за собой огромное количество преимуществ, будь то вы заказали еду, хотите узнать, где ваше такси, отследить посылку, например, в общем-то, все что угодно. Но технологии не стоят на месте, и именно Xio Network устранит необходимость в централизованном сборе данных о вашем местоположении, а сеть Xio предоставит доступ к смарт-контрактам, используя систему, которая основана на геолокации. При этом всем стоит сказать, что это сервис как программных, так и аппаратных средств. Благодаря технологии блокчейн и 4 уровня сети XI, пользователи смогут отследить не только начальный и конечный пункт, но и каждый этап доставки в реальном времени. А самое главное, это на 100% будет достоверная и проверенная информация, ценность которой будет поддерживаться участниками сети Oracle. Такое преимущество очевидно для совершенно разных сфер нашей жизни, но на самом деле это только лишь верхушка айсберга. Применение Xio Network можно успешно реализовать в сферах торговли, медицины, логистики, аренды автомобилей, доставки еды и многих других отраслях. А учитывая то, что проект уже имеет реально существующую операционную структуру, которая насчитывает уже более миллиона маячков, уже в ближайшем будущем можно будет реально использовать сеть Xio. А об огромных перспективах данного рынка, я думаю, в принципе, даже и говорить не стоит, все из вас все прекрасно понимают. Также стоит отметить и официальный веб-клиент XI Gamma, который не только имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс, но и специальные IP-инструменты для разработчиков и библиотеки программного обеспечения с поддержкой языков Solidity, Viper и также многих других. Ведь сеть Xio поддерживает работу с такими блокчейнами, как Ethereum, Neo, Cardano, Stellar, EOS и многими другими.
Ну а теперь немного о токенах и о самой стадии ICO. Utility токен, который получил название XIO и создан на блокчейне Ethereum, станет основным расчетным средством во всей экосистеме и доступом к сети. Основная стадия ICO началась уже 20 марта. Продлится она 2 месяца, то есть, как мы уже говорили в начале, остается до окончания целых 40 дней. Интересным фактом является то, что после окончания токен-сейла цена монеты увеличится в целых 3 раза. Такой подход уж очень выгоден для инвесторов, а особенно для участников white-листа. Но, в принципе, можно с уверенностью сказать, что данный рост – это далеко не предел и, так скажем, то ли еще будет. Какие выгоды можно вообще, выводы вообще можно, в принципе, сделать по всему данному проекту? Однозначно проект раскроет весь свой потенциал в долгосрочной перспективе, то есть токены, может быть, придется и подержать. Этому будет способствовать и его глобальная идея, и команда разработчиков, и дорожная карта, с которой мы рекомендуем вам ознакомиться. Она находится здесь же на официальном сайте. Также я рекомендую вам ознакомиться с видеообзором, который также, я думаю, будет вам не менее интересен. В общем-то, в принципе, я верю в то, что этот настолько масштабный проект найдет свое достойное применение в реальном мире и позволит наконец-то в полной мере раскрыть весь потенциал технологии блокчейн не только на бумаге, но и в реальных делах. И, в принципе, на этом можно заканчивать мой видеообзор. Я напомнила вам о проекте, напомнила о том, что уже токен сейл стартовал, длится он уже больше 2 недель, и если вы еще не приняли участие, то у вас есть еще целых 40 дней. Но, конечно же, вы все помните, что все ваши инвестиции происходят лишь на ваше усмотрение. Если вам понравился мой видеообзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите обязательно свои комментарии, ведь мне очень важно ваше мнение. С вами был Пушистый Биткоин. Всем спасибо, до новых встреч!